Всем привет, с нами Эмма Скриминг, да-да, та самая, что была на МДК. И сейчас она поедет на снегоходе в горы и сдохнет там. Давай еще раз. Что? Как ты сейчас делала? Вот, да? Так, держи эту хуйню, чтобы она не зацепилась. Давай, ну, блядь, как бы тебя толкнуть? Пошла, сука! Бля, не сдохла. Сука! Все-таки сдохла. А сейчас мы сделаем это вдвоем. Никому не говорите, но эти санки мы отжали у двухлетней девочки. Нет, это его сестры. Давай. Блять! Ты будешь отталкиваться, садись сзади. Да? Да. Поедем. Ты уверена? А ты умеешь управлять? Да я не умею управлять. Давай. Села, блядь, моя башка! Сука! Бобслей! Теперь мы идем вот на те горы кататься. Не-не-не, там не это. Там травма опасна. Поэтому я поеду именно здесь. Поставим паузу. Внимание, мы идем по очень убогой лестнице вверх, которую, конечно, как всегда, на моем ебучем телефоне не видно. Но это пиздец. Какая она крутая. Тут нахуй. Тут один так ничего не видно. Да, 90 градусов. Не разговаривай на татар-монгольском. Да, простите меня, уважаемые говнозрители. В общем, сейчас выберем горушку. Ой, блядь, я не хочу. Прости за татарский, но это жесть. Там даже не видно ни хера. Ладно, снимай меня. Я буду первой ехать, чтобы не разобраться. А хотя не, видно чуть-чуть. Да я меня снимай. Бля, я боюсь жестко. Тебя не видно. Бля, не видно твои светоотражающие штуки. А можно я не поеду? Нет, не толкай меня, я боюсь. Давай на менее травмоопасный. Может быть, хотя бы на той, где прокатано что-то? Вот сюда хотя бы. Бля, нет, там трамплин. Да не ссы. Ты хотела, давай, нет, все. Нет. Давай, да. Ну давай. Да это ж снегоход, ёб. Да блять, он убогий. Ладно, живем один раз. Не пизда. Ну давай. Нет, нет! Она не разбилась! Она поехала! Блин, я думала, она разобьется к чертям, именно поэтому толкнула. Она бежит сюда. Жесть! Светодиод, давай, иди сюда. Как же жаль, что тут ни хрена не видно. А вот твои светодиоды. Давай ебашь теперь ты это так. Блин. Чё, слышь, да? Я проехалась. Давай ты. Да блин. А потом вместе. А может быть... Не, здесь вместе
точно нельзя. Вот это вот я одно хочу. Только, пожалуйста, не надо меня толкать, хорошо? Лады. Я не буду поступать, как ты, грязный Иуда. Я думала, что ты разовьешься, только поэтому тебя толкнула. Блин, а точно нормально, да? Да, вообще клево. Главное, не врежься в столб. Остальное нормально. Ну, ты рулить можешь. Жесть, я ж не врезалась. Это вообще охуенно. Давай. Давай я сниму перед смертью. Давай. Поехала, родные. Давай. Давай. Ладно, хочешь я еще раз? Ты боишься? Сейчас сзади поеду. Давай, давай. Ты же, блядь, эмо-скриминг, нахуй, ты можешь. Потому что я, блядь, нормальный человек. А, ты просто мало весишь, а я на 10 килограмм больше. Подумаешь, у меня куртка 10 килограмм. Давай. Ну все, 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 я давай. Ты же супер женщина. Баба правит миром. Давай. Спрыгнуть, да? Да, ты сможешь спрыгнуть и покататься колобком. Давай. Давай. Я сама. Голову. Главное, главное, ори, если что, я скорая помощь. Сука. У меня с собой в сумочке дексаметазон и наркота. Давай. Блядь. Давай, сука. Ты еще не хочешься уже. О, блядь. Хуеть. Ну хули тут. Мы сделали это! Горячо! Как будто вообще везде! Я застала, как будто! А я ёбнулась на жопу! А, пелонефрит заработал!